Всем привет, это ТипТоп ТВ, я Марина. И со мной снова красавчик Гриша. Сегодня мы с вами будем разглядывать товары с сайта Василек. Гришенька, скажи, Василек хороший магазин? Нравится нам Василек? Очень нравится. Нравится настолько, что даже в этот раз я уже распаковала, не выдержала посылку, распаковала. До того, как включить камеру, все перемерила, потому что именно этот заказ я ждала с большим нетерпением, потому что здесь много того, что мне хотелось давным-давно заказать. И если вам интересна эта тема, оставайтесь с нами, с Гришей, еще несколько минут, не переключайтесь. Посылка, как обычно, шла около 4 дней по почте России. И самая большая вещь из этой посылки – это одеяло «Престиж». Выбрала, наконец, большое одеяло. Наполнитель «Эвкалиптовое волокно». 150 грамм на квадратный метр. Были еще 300 грамм на квадратный метр. Это более толстые одеяла, более теплые. И размер 172 на 205 сантиметров. Получается, что это двуспальное одеяло. И к нему я еще купила двухспальный комплект постельный. Сейчас все с вами посмотрим подробно. И посмотрите само одеяло, как оно сделано. Во-первых, прострочка какая фигурная. Именно прострочка. Вот, насквозь. Во-вторых, косая бейка вот здесь по краю. Домашний текстиль, город Иваново. Одеяло облегченное. То есть есть еще, как я сказала, 300 грамм на метр. Оно такое и не тонкое совсем, и не толстое. Как раз для зимы, допустим, если у вас хорошо топят дома. Сделано по ГОСТу. Стирать можно при 30 градусах. Сделано в России. Вот мне нравится. И перламутровые здесь цветы нанесены на ткань. На ощупь очень мягкая, нежная ткань. Такое и не тяжелое одеяло, и в то же время не тонкое, а именно то, что нужно. И размер 170 на 2 метра. 172 даже на 205. Вот здесь галочка стоит. Вот такое одеяло. И к нему давайте посмотрим уголки какие. Вот угол, посмотрите, какой скошенный, полукруглый. Вот одеяло шикарное. Легкое, хоть оно и большое, посмотрите, оно очень легкое, воздушное. Давно присматривалась именно к этому комплекту. Мне он показался очень интересным. Здесь простыня должна быть одного цвета, вот ткань, пододеяльник другого. В общем, выбрала двухспальный комплект. Постельное белье 103 сатин, двухспальный, 70 на 70 две наволочки, 210 на 175 пододеяльник, как раз к этому одеялу, и простыня 210 на 181 штука. В общем, это сатин, качество должно быть отличным, 100% хлопок. Вот она простыня, смотрите, какая обработка с подгибкой. Из такого же материала сшиты наволочки. Вот размер у них, по-моему, 70 на 70, да. Плюс-минус 1 сантиметр, 40 градусов стирка. Вот наволочки с клапаном. На квадратные большие подушки. Красивый, мне нравится этот рисунок. Он даже выглядит намного ярче, чем на фотографии, потому что на фотографии более спокойные такие, бледные оттенки. Здесь же, посмотрите, и бирюза, вот этот голубой цвет, и коричневый, и оттенки такого песочного цвета. Комплект красивый очень, мне понравился, не зря я его все-таки заказала. Давно-давно про него думала и все-таки решилась. Поскольку сильно похолодало, уже началась такая осень хорошая, до начала отопительного сезона я заказала себе вот такую тунику. Это даже как вместо домашнего халатика, замена халатику, даже замена ночнушки, что ли, но очень такая приятная замена. Посмотрите,
Какой здесь толстый ворс. Этот материал очень похож на флис, только с таким, посмотрите, ворсом, как искусственный мех. Вот. Притом с двух сторон, и изнутри, и снаружи. Вот получается такая длинная туника, теплая, мягкая. Длина хорошая, практически до колен. И ширина, в общем, длина рукава, я так понимаю, 3/4. Здесь еще, посмотрите, какое качество. Розы вырезаны прямо по ворсу. Спереди аппликация «Медведь», «Good Day» написано. И вот здесь резиночка по воротнику. Воротник достаточно широкий. Я заказываю 48 размер на мой 46-48, потому что беру все вещи с запасом. И вам тоже рекомендую, потому что многие вещи мало мерят. Очень теплый, нежный комплект, не электризуется, сразу говорю. Следующая туника, она же и платье. По секрету вам скажу, конечно же, я уже все перемерила, все мне понравилось, подошло. Посмотрим сейчас детали. Называется туника, трикотажное изделие, хлопок 100%, размер тоже 48, и посмотрите, какое качество. Трикотажа, посмотрите, какой яркий цвет. Сделано вот здесь, как полоски эти под джинсу. Достаточно широкая горловина. Вот здесь вырез горловины для того, чтобы надевать и снимать, не испортив прическу. Рукава тоже похожи на кимоно. Вот такой рукав. Видите, какой крой. И здесь еще пришита полоска. Интересно очень, посмотрите, расположен сам рисунок. Здесь полоска горизонтальная, здесь получается она вот так повернута. Когда вы опускаете руки, тоже горизонтальная, а так вертикальная. Вот такая обработка края рукава. Очень легкая трикотажная ткань, нежная, мягкая, приятная к телу, не колючая. Спереди аппликация. И что удивительно, здесь есть карманы. Удобно и практично. И длина тоже хорошая, немножечко расклешенная эта туника. И сзади, посмотрите, вот где-то на 5 сантиметров она длиннее, чем спереди. Вот передний край чуть короче. Еще одна вещь, которую я тоже очень ждала, толстовка. На фотографии на сайте она немножечко в более серый цвет, кажется, что она более серого оттенка. В жизни же она более такой оттенок в кофе, бежево такой кофейный, небольшие вот такие вкрапления цвета. Хлопок 100%, тоже 48 размер. Изнутри ткань выглядит вот так. Не начес, а именно петли, как у махрового полотенца. Воротник в виде резиночки. И такие же точно резиночки-манжеты. Все выполнено качественно. Именно сейчас на такую погоду эта толстовка. Она приятная к телу. Я тоже ее уже померила. 48 как раз вот идет на 46. Иначе была бы очень впритык, даже маловато. А так и рукава, и длина, и ширина все идеально. Просто вот и снизу тоже вот такая резиночка, чтобы не задувало и не было холодно в такие осенние денечки. И, наконец, последняя вещь из этого заказа – это рубашка. Вот по поводу нее у меня были большие сомнения. Что за ткань, тоже было непонятно.
Может быть, она жесткая, может быть, она грубая, может быть, размер не подойдет или что-то мне не понравится. Но все превзошло даже мои ожидания. Во-первых, рисунок. Посмотрите, не просто синие полоски, а еще как бы черные насечки на них. То есть уже необычно что-то такое, неординарное. Вот. Не просто скучные синие полоски. Очень приятный цвет, именно такой синий, морской. Шлейки, что ли, как они называются, на пуговках, на рукавах. Рукав отделан тоже манжетами. Рукав похож на кимоно или летучая мышь. Вот можно сказать, что нет рукава, просто он спущенный получится. Спереди идет ряд пуговиц и воротник, как у мужской рубашки. Вот такой. И, кстати, по качеству похоже даже на фланель. Такая нежная, мягкая. Именно трикотажная ткань, что я очень люблю. Посмотрите, она тянется. И что удивительно, здесь есть еще и карманы. Как у предыдущей туники. Вот, посмотрите, довольно объемные. У меня были большие сомнения по поводу длины. Я боялась, что она будет слишком коротка. Это туника, но нет, как раз все, что нужно. И сбоку, посмотрите, еще вот такие разрезы. И спереди туника тоже на 5 сантиметров короче, чем сзади. Все тянется, все мягенькое. Вот это просто отлично. Потому что на фотографии она смотрится, эта рубашка, как мужская рубашка. То есть на свой страх и риск я ее заказала. Оказывается, очень мягкий трикотаж. Рекомендую. Ну вот и все, вот и весь мой заказ на сегодня. Все вещи сегодня очень понравились в заказе. Ну, в принципе, как и всегда, самое главное, что я угадала с размером, с цветом, с фасоном, потому что были сомнения по поводу некоторых вещей, подойдет или нет, будет ли то качество, которое ожидалось. Все оправдало мои ожидания на 100%. Так что все эти вещи рекомендую, и постельное белье, и одеяло, все очень нравится. Ну, а я прощаюсь с вами, желаю вам самое главное здоровья и только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной. А вернее, с нами. Гриша, зачем кусаешься? Ай! Ты не хочешь из кадра уходить? Пойдем в клеточку. Ай, кусается. Ну ты даешь. Гриша. Гриша хулиган. Гриша хулиган или хороший мальчик? Ты будешь хорошим мальчиком? Вот, молодец. Ой, кусается, как он, оказывается.